Здорово, на связи Шамшурин, и суть этого видео такая, что у меня для тебя подарок. Давай расскажу поподробнее, что за подарок. На моем канале есть огромное количество видеоматериалов с полезным контентом, причем многие смотрят подходы, но на самом деле гораздо более полезны те видео, где я что-то рассказываю из тачки или просто так. Ну, суть не в этом. Суть в том, что информации настолько много, что просто не сделать и не научиться чему-то за эти годы, которые ты меня смотришь, ну, просто невозможно. Так или иначе, несмотря на это, есть, причем немало людей, которые ничего не делают, они просто смотрят как телевизор, они, может быть, собираются, но ничего не происходит. Так находят какие-то причины, отговорки, отмазки и так далее. Суть в следующем. Они задают мне, все эти люди задают мне вопросы в соцсетях. Вопросов очень много. Особенно их стало много после того, как вышла моя книга, и много людей ее купили, прочитали, начали что-то воплощать, применять или там не применять. Вот. Значит, для меня проблема в чем? В том, что эти все вопросы одинаковые. И, как правило, они начинаются с одной и той же фразы. У меня есть одна девушка и бла-бла-бла, что ты мне подскажешь, посоветуешь? Ребят, во-первых, я не могу писать, ну, я не люблю писать. Я люблю много говорить и могу много говорить, но мне не очень удобно писать, тыкать пальцами в телефон или в компьютер. Во-вторых, все вопросы, начинающиеся из серии «У меня есть одна девушка», они, как правило, ни к чему не ведут, потому что это пишут люди, у которых кроме этой одной девушки нет никаких альтернатив, никаких других, вообще никого больше. И то есть они настолько редко знакомятся, и эта девушка так редко появляется в их жизни, что у них возникает высокая значимость. Эта значимость настолько высока, что она взлетает до небес, и они начинают косячить. Плюс к тому, что я могу ответить на эти вопросы, могу написать, что нужно сделать. Например, что сделать, чтобы вызвать девушку на свидание. Хорошо, я напишу, я подскажу, не проблема, но что ты будешь делать дальше? Как ты будешь ее заинтересовывать? Как ты будешь строить отношения с ней с позиции сверху и так далее? Неизвестно. Плюшка в том, что и фишка в том, что вы пытаетесь решить проблему здесь локально, местно. То есть вы хотите выпить какую-то таблетку, которая, по вашему мнению, решит все. А проблему надо решать в комплексе, комплексно. То есть нужно лечить саму причину этой болезни. То есть нужно лечить позицию снизу и дефицит девушек и женщин, в принципе, в твоей жизни. Смотри, иногда у меня возникает реально желание просто скопировать ответы и всем написать одно и то же. Потому что, еще раз, когда я говорю людям, нужно решать проблему в комплексе, и они этого не понимают, ну, не знаю тогда, что здесь говорить. Исходя из всей этой информации, которую ты сейчас услышал, мы с моей командой 2 недели мучились вопросом, как сделать так, чтобы этих вопросов было меньше, и решили сделать следующий продукт, следующие видео, и не только видео, текстовый обучающий курс, который поможет и закроет вопросы любого человека, находящегося на любом уровне. То есть сейчас вы делитесь на 3 категории, ребят. Значит, те, кто меня смотрит. Первый – это кто смотрит, ничего не делает. Я, правда, не знаю, зачем вы это делаете, зачем вы смотрите, если вы не применяете это в жизни. То есть это же просто как раз 2-3, просто нужно перешагнуть через свои страхи. Вторые люди – это те, кто делают самостоятельно, активно практикуют, но результат у них немножко, ну, все равно не тот, который хотелось бы. Причина в том, что вы себе где-то не разрешаете подойти к действительно тем девушкам, которые нравятся. Второй момент – вы где-то не дотягиваете, работаете на полшишечки, то есть где-то сливаете в самый последний момент, тогда, когда нужно было идти до конца. Вот. И, соответственно, 3-я категория – это ребята, которые меня смотрят, проходят мои тренинги, обучающие курсы, и у них вопросов как таковых не остается. Для 1-й и 2-й категории мы всей командой создали следующий продукт, который решили тебе подарить. То есть этот продукт, он называется «Легкие знакомства без сопротивления. Антипикап». Знакомство без сопротивления, антипикап. Что за продукт? Это 7-дневный курс, который поможет абсолютно всем и каждому. Почему подарок? Потому что это стоит всего 90 рублей. 90 рублей, ты не ослышался, 9-0, 90 рублей рублями. Ты сейчас спросишь, что это за подарок, если он за деньги? Разумный вопрос. Смотри, для того, чтобы ты хоть что-то начал делать, оторвал свою задницу, тебе нужно вложить какие-то ресурсы. Тем самым, вместе с этим подарком и предложив его тебе за 90 рублей, я позаботился также о том, чтобы ты сделал то, что там написано, то, что там показано, то, что там задано и сказано. Просто взял и сделал. Для того, чтобы ты сделал, ты должен потратить какие-то ресурсы, отдать часть себя. В данном случае это залезть с телефона, оплатить и начать выполнять задание. Поэтому этот курс стоит 90 рублей, и в этом весь подарок, потому что остальные самые дешевые курсы стоят уже там от 5000, самые минимальные и выше. Итак,
Что это за курс? Давай я тебе расскажу поподробнее. Да, прежде чем я тебе буду рассказывать про задание этого курса, смотри, хочу тебе сказать следующее. Сейчас у тебя есть один большой плюс, что у тебя не получится отмазаться. Он расписан настолько подробно и пошагово на 7 дней, что ты просто не можешь сказать, что «Ой, у меня пропала информация из головы, когда я увидел девушку». Это будет у тебя в телефоне, поэтому это никуда не пропадет. Вот. И эта штука, которая, это даже не пикап, почему мы и назвали знакомство «Легко без сопротивления. Точка. Антипикап», потому что это знания и навыки, которые базово должны быть у каждого нормального здорового мужика в голове, в телефоне и в компьютере. То есть поэтому антипикап. Еще есть следующий момент, почему у второй категории тех, кто делает сами, но их результат их не очень устраивает. Почему этот результат их, собственно, не устраивает? Потому что у вас нет естественности. И этот курс именно об этом, как знакомиться с девушками таким образом, чтобы с самыми лучшими, с теми, которые действительно тебе нравятся. То есть с таким образом, чтобы это выглядело естественно, максимально нативно и не похоже на знакомство. Они подходят, они дают какие-то шаблоны, они слишком резкие, эти парни. Они пытаются быть похожими на меня, клонировать меня. Ребят, вы забываете о самом главном правиле. Соблазняй лучших, оставаясь собой. Это правило, которое должно быть у вас в голове априори. Всегда и везде. Вот. И этот курс именно о том, как естественно, нативно, поборов свои страхи, поборов свое внутреннее сопротивление, поборов сопротивление девушки, отсутствие сопротивления в принципе будет от девушки, как прийти к какому-то результату. Итак, по дням. День первый этого курса ты будешь делать первое задание, которое называется постановка цели. Что это значит? Это значит, чтобы знать, куда идти, тебе нужно сначала определить, куда идти, чтобы к чему-то прийти. То есть ты должен будешь прописать свою цель относительно женщин, относительно твоего общения с девушками. Как это сделать, там подробно расписано. Второй день. Упражнение называется «Вспомнить все». Ты поймешь, почему у тебя до этого не получалось с девушками, почему ты бездействовал, причины и корни своего бездействия, либо причины отказов с их стороны, поймешь, что ты делал неправильно. И это очень важное упражнение, чтобы у тебя была какая-то точка, откуда ты будешь отталкиваться, точка А. Третий день. Упражнение на третий день называется «Делай базу до отказа». Такое вот забавное название, но для чего оно? Для того, чтобы максимально естественно и комфортно для себя в первую очередь научиться каким-то базовым вещам в знакомстве. Четвертый день называется «День тишины». Четвертое упражнение, которое ты будешь делать в четвертый день. У многих есть такой глюк, таракан, что они боятся, что нечего будет сказать. Они боятся немых пауз. Они этих пауз боятся как огня. Для них очень важно, чтобы они все время что-то закидывали туда девушке при подходе. В данном случае мы не будем лечить проблему с того конца, что типа будем говорить тебе, что сказать девушке так, чтобы не затыкаясь, просто закидывать, закидывать и закидывать. Мы будем лечить ее с правильной стороны, с правильного конца. Мы будем лечить саму первоисторию, саму причину болезни. Причина в том, что ты боишься, что ты там будешь каким-то некрутым, и причина в том, что ты боишься пауз. То есть это упражнение рассчитано на то, чтобы ты сделал определенные вещи, облегчающие тебе общение с девушками, когда ты молчишь, когда ты запинаешься, когда ты не знаешь, что сказать. Пятый день, и упражнение на пятый день называется «Разбор полетов». Как с помощью нехитрых технических средств дать самому себе обратную связь? У многих из вас есть такая штука в голове, что «Ой, я один, у меня все друзья там женились, у кого-то вышли замуж, даже такое бывает, все разъехались, мне не с кем это делать». Даже если не с кем это делать, что теперь, лечь и сдохнуть? Нет, ты берешь и самостоятельно даешь себе обратную связь. Мы научим как, мы подскажем как, мы вместе с тобой пройдем через этот этап. Значит, шестой день. Упражнение на шестой день называется «Диалог на расстоянии». Ты будешь тренироваться, общаться с девушками, не подходя к ним, получается так. Ты будешь вслух выговаривать то, что бы ты им сказал, если бы ты оказался рядом с ними. Это очень сильно тебя подготовит к седьмому дню и очень облегчит вообще твое собственное самочувствие, внутреннее состояние и уровень твоего общения с девушками. И седьмой день, заключительный, называется упражнение «Зеленая куртка». В этом дне ты будешь делать вещи, которые позволят тебе легко, естественно, общаться с девушками, открывать их не с помощью шаблонных фраз «Привет, классно выглядишь» и так далее, а просто заходить настолько плавно и издалека, что девушки не будут никакого сопротивления оказывать, будут даже заинтересованы в том, чтобы с тобой поболтать. Вот такие упражнения. 7 дней, 7 упражнений на каждый день.
Все расписано и разжевано настолько подробно, что еще раз, на каком бы уровне сейчас ты ни находился, ты легко сделаешь все, что там есть. И, соответственно, тут же будешь ощущать какие-то результаты, и через неделю ты себя просто не узнаешь. Смотри, мне вот все эти люди, о которых я говорил, в том числе, возможно, один из них это ты, писали и пишут в личку, в соцсетях, дай что-нибудь простое, все упражнения такие сложные. Ребят, они настолько простые и были, но я подумал, ну, насколько можно еще упростить. И мы решили, собрав этот консилиум, дать тебе настолько простые упражнения, что, в принципе, сейчас ты уже не сможешь никуда деться. Для этого тебе нужно будет просто, наверное, как максимум оторвать свою жопу от дивана и начать что-то делать. Они просты, как две копейки. Они просты, как не знаю, как белый лист бумаги. Поэтому здесь у тебя не получится не сделать, не получится отмазаться. Я вообще тебе завидую, потому что, когда я начинал, у меня такого не было. Мне приходилось самому набивать эти шишки, ударяться головой и всеми остальными частями своего тела. И, то есть, получать очень много негатива от девушек. Все это сейчас тебе делать не придется. Тебе не нужно будет получать или столько негатива и проходить через такое количество практики. Поэтому я реально тебе завидую, потому что у тебя теперь есть такой курс, которого в свое время не было у меня. Итак, смотри. Значит, у меня подарок, который называется «Легкие знакомства без сопротивления. Антипикап». Это курс на 7 дней, который просто невозможно не выполнить. Стоит 90 рублей. Еще раз, почему 90 рублей? Потому что ты должен хоть как-то вложиться в выполнение этих заданий. И это настолько смешно, что если ты подумаешь, стоит ли отдавать 90 рублей, можешь реально пойти и застрелиться, или просто отписываться, или что ты хочешь с этим делать. Вот. И еще его простота в том, что ты можешь скачать его тоже себе на телефон, не только на компьютере. Он будет постоянно вместе с тобой, рядом с тобой, и ты уже просто не сможешь отмазаться. Я не знаю, как еще тебе помочь. Я вообще, честно говоря, не хотел выкладывать это видео, не хотел дарить тебе этот подарок, потому что я жлоб, потому что многие люди все равно не делают то, что им дают. Но не сделать это будет просто преступление по отношению к самому себе. Увидимся в этом курсе, нажимай на кнопку под видео. Приобретай курс, делай, и на связи был Шамшурин. Пока.